Здравствуйте, 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 дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Сегодня в этом видео мы поговорим о необычном корме, даже не о корме, а о лакомстве от компании Sierra Onyp. Да, я уже уверен в том, что подписчик Трофей скажет: опять какая-то реклама на канале. Нет, это не реклама, это то, чем я хочу с вами поделиться. Кстати, отдельное спасибо хочу сказать подписчику Твой Happy Boy, Сереге, Наталье, Мельниковой Ане за то, что они поддержали, уже поддержали наш проект «Разводня», продонатили. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Очень и очень приятно. Ну а теперь давайте все-таки более подробнее рассмотрим, что же это за такие таблетки Sierra Onyp и для чего они нужны. Все дело в том, что иногда наступает такой момент, когда мы хотим дать своей рыбке что-то новое, что-то необычное, что-то, чего она еще никогда не пробовала. В этот момент приходит вот этот вот Sierra Onyp таблеточки к вам в помощь. Они очень вкусные для рыбы. Почему они очень вкусные? Да потому что в составе здесь идет и рыбная мука, и пшеничная мука, пивные дрожжи, много всякой ерунды, красный мотыль, гамарус, трубочник, различные сахара, цельный яичный порошок, спирулина, морские водоросли. В общем, очень и очень много всего самого вкусного для рыбы. В этой коробочке, кстати, я приобрел за 177 рублей, в этой коробочке 24 таблетки. Давайте, наверное, откроем коробочку, посмотрим все-таки, как они выглядят. А выглядят они вот таким вот образом. Таблетки, инструкция тут на многие языки переведена. И сама коробочка. Обязательно, конечно же, когда будете покупать, вы обратите на срок годности внимание. Как видите, здесь до 2019 у меня снизу на коробочке написано. И второе, как же кормить таким кормом? Естественно, его мы не будем сверху посыпать. Вот это, именно это лакомство, оно клеится к стеклу. Смысл этого приклеивания стеклу в том и состоит, чтобы повесить его в такое место, с которого можно было бы очень хорошо наблюдать за рыбкой, очень хорошо видно было бы, как она к нему подплывает и ест. Обычно мы сыпем сверху, рыбки все поднимаются наверх, да, и мы всегда видим одно и то же. И в этом случае с этим кормом можем немножко поменять ракурс и понаблюдать за ними иначе. Ну ладно, наверное, хватит на этом болтовни. Давайте все-таки пойдем и посмотрим, как все это дело будет выглядеть. Поехали! We'll be right back.
Действительно, очень интересное решение, очень интересно наблюдать за рыбкой, как она кушает этот корм, как она к нему подплывает. Они даже там немножко дерутся из этого корма. Необычно, очень необычно. Мне очень понравилось, и это, я считаю, очень здорово в качестве лакомства иногда, для поощрения, для того, чтобы просто проявить свою любовь. Такой корм давать можно. Тем более, это корм немецкий, сделан в Германии. Единственное, что мне осталось непонятным, где я не нашел информацию, по крайней мере, в инструкции такой информации нет, хотя инструкция прилагается, на какое количество рыб необходимо давать одну таблетку. Об этом, к сожалению, ничего не сказано нигде. Ни на коробке, ни в инструкции самой, ни сзади на упаковке тоже ничего нет. Поэтому, конечно же, нужно смотреть за рыбкой, если вы даете в первый раз, смотреть, наблюдать, чтобы не было переедания, естественно. И единственное, о чем я еще не сказал, здесь упоминается о том, что ночным рыбкам, ну это больше касается, конечно, в первую очередь сомиков, в основном все сомики у нас ночные, да, то, что им, конечно, нужно давать вечером, либо когда уже, перед тем, как вы выключаете свет. Ну что, на этом видео подошло к концу, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте палец вверх, а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.